Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Ольга Даранова. Центр стратегических исследований Ульяновской области выпустил в свет замечательную книгу Петр Сергеевич Бейсов «Статьи, дневники, мемория». Как вы уже поняли из названия, посвящена она нашему замечательному земляку, ученому, литературоведу, краеведу Петру Сергеевичу Бейсову. В вступительном слове составитель книги, кандидат филологических наук Александр Павлович Рассадин дает многогранную характеристику этой уникальной личности. Историк литературы, стоящий у истоков ульяновского литературного краеведения. Неутомимый исследователь, архивист, открывший много уникальных документов. Педагог с большой буквы, фронтовик, ушедший на фронт с порога Ульяновского пединститута и оставшийся ему верным до конца своей жизни. В книге три части. Труды Петра Сергеевича Бейсова, его военные дневники и воспоминания о нем людей, близко знавших его. Теплые слова о Петре Сергеевиче Бейсове сказали его коллеги, педагоги Надежда Васильевна Алексеева, Екатерина Ивановна Никитина, а также ученики-поэты Николай Благов, Борис Бызов, Владимир Пырков, Светлана Матлина. Если вы еще не прочитали эту интересную книгу, то ваш путь в отдел краеведческой литературы и библиографии Ульяновской областной научной библиотеки. А своими впечатлениями поделитесь в комментариях.